Она дрыгается, когда я смотрю на нее, но я не буду. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы будем с вами бояться. Пугаться, бояться и обкакиваться. А бояться мы будем с вами Бога и его дивного подвальчика, в котором мы сейчас, кажется, находимся. И женщины той прекрасной, которая ходит и смотрит на нас из темноты. Вот такой вот у нас сегодня денек. Побоюшек. Попугашек. Как будто бы это попугай, который любит гашек. Короче, не знаю. Мы сегодня пообсираемся с вами. И честно вам скажу, я готов полностью. Я не боюсь. У нас, по-моему, вот эта дверь, да? Это наша дверь. Мы не должны обращать внимание ни на что. Мы просто идем сюда, заходим и обращаем внимание на первую же попавшуюся записку. Итак, они никогда не отвечали на мои письма и звонки. Я ждала вечность ради того, чтобы услышать звук их голоса. Прекрасно. Так, далее идем. Нас ведет оператор, и он сказал не обращать внимания на всяких страшил, которые будут пытаться к нам иногда приблизиться. А когда они будут это делать, пытаться, мы должны, во-первых, отрицать их существование и избегать контакта. То есть, ну, как-то немножко противоречит это, да, одно другому. То есть, если бы я отрицал чьё-то существование, я бы вообще ничего не делал. Я бы просто шел и пытался бы пройти мимо. О, телефончик, отлично. Ну, алло? Она смеется или плачет? Опять троллит меня по телефону. Нет, она плачет, ну, разумеется, она плачет. Так, хорошо, мы сейчас повернемся и будет жоп. Я долго буду это слушать? Перезвоните позже. Оставьте сообщение после сигнала. Пип. Я догадываюсь, что она оставит плач. Здесь ничего. По-моему, свет включился. Будь она проклята. Здесь так все неоднозначно. Каждый раз, когда вот я оказываюсь в этих... Опять телефон? Да вы что, издеваетесь? Алло? Мне оставили сообщение, кажется, да? И что? И что? Так. Блин, что же от меня хотят? Может быть, это шифр? Какое-то послание, азбука Морзе? Плачущего Морзе, не знаю. Хорошо. Хорошо. Попробую еще раз. Непонятно, что в этой игре делать. Неоднозначно все. Неужели сейчас опять зазвонит телефон? Мне по-любому нужно вот сюда. Это лимб. Я застрял тут. Может быть, не отвечать на звонок в этот раз? А? Что если мне не отвечать на звонок? Может быть, подсказка здесь? Они никогда не отвечали. А, вот я правильно сделал, что не отвечал. Евгений победил? Евгений победил. Он сумел пройти эту игру. Во! Конечно же, надо внимательно читать подсказки. О, это загрузка, хорошо. Есть! Вот это батька, кстати, я, мне кажется, немного цветасто одет для такой мрачной игры, поэтому убавьте цвет, убавьте цвет. Десатурейшн замутить. Я говорю это себе для монтажа. Мы здесь. Хорошо, что здесь светло, боже мой. Я не хочу видеть эту тварь во тьме. Итак, читаем.
Дорогая мама, прошло немало времени с нашей последней встречи, и я спешу сообщить тебе о том, что роды прошли успешно. Родился совершенно здоровый мальчик, мы назвали его Джеймсом. Он чудесный ребенок, и я с нетерпением жду возможности нас познакомить. Береги себя. Твой сыл Нил Янг. Ага. Все-таки не понимаю, почему у меня антураж офиса. Почему мне такое? Рад, что ты благополучно справился с этим заданием. То, что ты видел, могло подстегнуть твою память, хотя все это произошло еще до твоего рождения. У твоих родителей, Нила и Сары Янг, был сын по имени Кевин. Твои бабушка и дедушка присматривали за ним, когда произошел несчастный случай. Да, я помню. Потеряв единственного сына, твои родители решили отдалиться от бабушки. Потому что дедушка тоже умер там. Она всячески старалась заслужить их прощение, но их горе было слишком большим. На долгое время они прекратили с ней все контакты. Так это бабка? Она очень стройная. Через несколько лет родился ты, Джеймс Янг. Вероятно, из опасения того, что инцидент мог произойти вновь, они сохраняли дистанцию с твоей бабушкой и теперь. Не хочу надоедать тебе всеми этими деталями. Есть кое-что, что ты должен сделать. Чтобы освободить большее количество воспоминаний, ты должен углубиться в подвал Бога. Для этого ты должен достать пропуск, который позволит тебе открыть дверь справа. Ага. К счастью, пропуск найдется вниз по коридору, находящемуся слева от тебя. Иди вниз по коридору мимо зоны, освещенной красным светом. Пропуск должен быть в кладовке с множеством полок. Коридор. Когда ты найдешь пропуск, возвращайся сюда и проведи им по панели рядом с дверью. Понимаю, все это кажется тебе подозрительным, но поверь мне, ты найдешь ответы на все свои вопросы. Как только узнаешь все о своем прошлом, я расскажу тебе, чем на самом деле является подвал Бога. Но до этого тебе предстоит пройти долгий путь. Продолжай следовать моим инструкциям, и последнее. Удачи. Я должен так кивнуть под конец, и ты мне кивни. Кивни мне камерой. Типа кивнула, да, хорошо, спасибо. А, у меня же фонарик еще есть. Прекрасней. Тут есть бабушка? Это бабушка, получается. Это женщина, это бабка, которая хочет со мной повидаться. Почему она такая страшная? Потому что ее демонизировали родители. И они говорили, бабка тебя погубит. Бабушка тебя погубит по-любому. Поэтому бойся ее, бойся бабушки. Она убила твоего брата. Так. О май гад. Все, пошла жара. Но мы не сым. По красному коридору нам нужно пройти. Но я сначала сюда зайду. Тут по-любому будет бабка стоять, да? Пока нету. Или, погодите, вон же она! Так стоп, ее не существует! Не существует. Не существует. Смотрите, это что за так много лампочек? Я должен все пройти лампочки? Не, я не знаю. Бабки не существует, бабки не существует, бабки не существует, бабки не существует, бабки не существует. Так, стоп. Ночью мне приснился сон. Я шла навстречу сыну и его семье. Они выглядели такими счастливыми, и мне захотелось стать частью их жизни. Но чем дольше я шла, тем меньше они остановились, все отдаляясь от меня. Я попробовала прибавить шаг, но расстояние между нами стало увеличиваться еще быстрее, пока, наконец, они не исчезли. Я не видела их со времени аварии. Иногда сын шлет мне письма. При этом он никогда не отвечает на мои звонки. Это бабушка пишет. Уже несколько лет я не слышала его голоса. Недавно у них появился еще один ребенок, очаровательный мальчик. Я отчаянно хочу увидеть его. Сын писал мне о том, что с нетерпением ждет возможности нас познакомить. Я молюсь о том, чтобы он сдержал слово. Маргарет Янг. Ой, не ту кнопочку нажал. Бабки не существует. Эй, погодите. Ой, что стало прям совсем темно. Погодите-ка. Так, статист на месте? На месте. Как мне? Стоп. Что я могу сделать? Раз, два. Нет? Почему ничего не включается?
Вон же там красный фонарь. Он должен стать зеленым, правильно? Или я мне... Или я что-то не понимаю? Ну-ка. Оп. Я еще не понимаю, как работает. Система непонятна мне, ребят. Хорошо, она не убирается. Не убирается. О, а, убралось, хорошо. Нам нужно найти правильную последовательность. Неправильно. Я близок, ребят. Есть! Навстречу к бабушке. Она ушла. Она ушла? Потому что она где-то здесь стоит? Я игнорирую. Я вообще забил. Забил. Ее нет. Бабки нет. Ой, стримак. Слышу музыку. Мне сюда. Че, есть че? Нету. Где-то на полке должно быть. Блин. Ох, она сейчас выскочит, да, свинота такая. Тут стелс будет какой-то. Я бы не хотелось бы прятаться. Не люблю это. Я не люблю прятаться от бабушек. Фак, она будет самое место, я честно. Нет? Стоп, музыка. Идет отсюда. Где-то оно тут, на полках. Что мне мешает здесь-то? Фига. Фигали. Я чувствую, что на меня сейчас напрыгну скоро. Стоп, вот здесь свет. По-любому где-то здесь свет, да? Где-то на полке, чертов пропуск. Где-то. А, вот он! Белиссимо! Теперь спокойно. Все, я знал, что это произойдет прямо сейчас. Она прямо сейчас нападет на меня. А мы просто идем. Ее нет! Нигде нету! Ни справа, ни слева! Фу. Ух, я смог. Прекрасно. Здесь тоже нету, но есть? Блин. Есть! Прошли. Контакта не было с бабкой. Контакта с бабкой не было, повторяю. Орел не приземлился в гнездо. Бог, ты слышишь? О, нет, темно снова. Ну ладно. Ой, кровь! Ну все. Дверца так элегантно закрывается за мной. Зачем? Опять этот кролик. Такой милый. Стоп. Вот она. Дорогая мама, как ты поживаешь? В последнее время я очень занят в семье и на работе. Джеймсу полгода, и он растет здоровым мальчиком. Должен сообщить тебе плохие новости. Возможно, через несколько месяцев мне придется переехать из-за работы. Я пока не уверен в этом, но переезд очень возможен. Я обещал, что позволю тебе увидеться с внуком, и я действительно собирался это сделать, но мне не просто найти для этого время. Я буду держать тебя в курсе всех новостей. Твой сын Нил Янг. А-ха-ха. Ахаха. Вот так опрокинули. Через колено опрокинули бабушку. Не увидишь ты внука. Окей. Нам сюда. Но я не могу. В новостях передавали, что автокатастрофа привела к гибели деда и младенца. Власти сообщали, что автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. Выжила только бабушка младенца. Она получила серьезные травмы, однако сейчас ее состояние стабильно. Ой, свет.
Свет. Полиция сообщала, что дед был за рулем, и алкоголь, возможно, стал причиной аварии. А мурашки прошлись по телу. Бабуль, тебя нет, ты в курсе? Уходи. Почему? Стоп. Она дрыгается, когда я смотрю на нее, но я не буду. Да? А из-за этого дрыгается? Я не понимаю. Блин, все! Все, ее понесло! Ее штырит. А меня нету. Свет выключен. Меня нету. Я понял. Мне нужно просто пройти мимо, да? Ай. Погодите. Я не могу. Черт. Ладно. Да-да, я прочитал. Что ты хочешь еще, чтобы я выяснил? Я все прочитал. Я заперт здесь. Я буду смотреть на тебя в упор тогда. Ой. Она точно рядом с дверью поедет. Блин, все. Все. Свет. Вот здесь. В этой коробке, что ли? Что я сделал? Что я... Как я это нажал? Блин. Да как мне открыть-то тебя? Зайчик, помоги. Открой коробку. Блин, у меня нету никаких функций. Ничего не могу сделать. Блин, друзья. Это перебор. Это перебор. Я в страхе. Я страшусь. Ее нет. Можно выдохнуть. Мы находимся с вами в комнате. Сейчас со мной будет болтать бог. Оператор, простите. Джеймс, прошло немало времени с тех пор, как я видел тебя в последний раз. К этому моменту у тебя должно было сложиться некоторое представление о том, какими были отношения между твоей бабушкой и родителями. После несчастного случая их отношения стали крайне напряженными. И учитывая контекст ситуации, понять это было несложно. Твои родители нуждались в пространстве, чтобы пережить свое горе. Жесть. А твоя бабушка, страдавшая от чувства вины и одиночества, нуждалась в поощрении и поддержке, которые не хотели дать ей твои родители. Обещаю, мы скоро доберемся до твоей роли во всей этой истории. Чтобы немного утолить твое любопытство, я расскажу тебе один маленький факт о подвале Бога. Подвал Бога — это место, созданное для размышления над своей прошлой жизнью. Это утверждение может показаться тебе слишком широким, но когда ты продолжишь свое путешествие, я расскажу тебе больше. Что же касается этой зоны, здесь, кажется, есть закрытая дверь с кнопочкой, кнопочной панелью. Уверен, ты справишься. Скоро увидимся. Удачи. Окей. Ой. Посмотрите-ка. Отсюда тоже открывается. Это закрывается. Ага, включаем фонарь. Би-би-би-би-би. Очистить. Короче, мы здесь найдем... Мы здесь найдем код где-то. Опять полки. Полки. Фак! Факин! Ненавижу! 0911. Идем спиной. Бабок нет. У меня есть антипризрачная защита. Идешь спиной и кладешь болт.
По крайней мере, так советовал боженька. Есть. Ха-ха-ха-ха. Закрой дверь. А, так, 0911. 0911. Энта. Коррект. Хорошо, бумажку можно выбросить. Идемте. Пока чувствуется, что я могу справиться со всеми призраками. Поэффективнее, чем охотник за привидениями. Опять ты. Но. Опять я должен смотреть. Чтобы активировать триггер, да? Так. Мерцает свет. Идем смотреть туда. Сейчас выскочит перед дверью, нет? Погодите, могу я его увидеть? О, кролик! Не подходи ко мне сзади. Никогда не подходи ко мне сзади. Так говорил мой учитель труда. Тук-тук-тук. Ой, нет, нельзя обходить. Нельзя. Нет, никого дома. Кроликов тут нет. Бу! Нету тут. Я отрицаю. Отрицаю. Отрицание завершено. Кстати, смотрите, 1 из 6. Я нашел 1 из 6. Чего? Записок? А, все, можно пройти, хорошо. Не пропустить бы остальные. Или я не понимаю, что я нашел, если честно. О май гад, о май гад, о май гад. Бабушка, что с тобой стало? Почему ты такая... Ой. А чё она не отдаляется? Она как будто бы по телеку её показывают. Ты телезвезда, бабуль. Она сзади! Но мы не верим. I don't believe. I don't believe. Я не верю. Я не верю. Я не верю. Нет веры. Верю только в Бога, но не в тебя, бабуль. Нет веры. Чё за угар? Откройте! Я не понял. Откройте! Окей. Мама, дискотека. Или полиция приехала, я не знаю. Знаете, такие страшилки, которые можно найти в интернете? Они все заканчиваются тем, что приезжает полиция и всех арестовывает. Арестуйте эту бабку, она ненормальная. Ладно, я просто буду смотреть. Видимо, моя задача наблюдать. Пока эпилепсия не наступит. Да? Это ведь от меня хочет... Нет? От меня... Вот этого хочет Божий подвал, нет? Ладно. А! Фух. Бог хочет, чтобы я просто жил в страхе. Ведь это так здорово. Опа, погодите. Во все... Твою налево. Я пришел вот отсюда. А мне надо идти... Выбери свою судьбу. Choose your destiny. Ч-ч-ч. Flawless victory. Ух, май...
Ага, они все начинают потихоньку гаснуть. Да вы чё, охренели что ли? Все погасло, да? Сейчас все. Окей, и куда мне только осталось вот... Ой. Ой. Ё-моё. Все погасло! Я не верю! Я не верю! Да! Я верю. Я верю. О, оно реально напало на меня. О, стоп, это должно было произойти. Фу, сердце колотится. Я встал с кровати. Ну вы даете, ребят. Подвальчик-то такой, с сюрпризами. А мне нравится эта игра, ребят. Я думаю, здесь мы остановимся и продолжим играть в следующий раз. Очень скоро, а может быть чуть-чуть не скоро. В зависимости от того, как попрет. Дело в том, что я сейчас на отдыхе. И могу халтурить. Но вы халтурить не имеете права. Ставьте лайки. И не филоньте. Ставьте лайки, пишите комменты. Подписывайтесь на канал, становитесь доску своими. С вами был Юджин. Люблю вас всех, обожаю, целую. И всем пять!